Офигеть! Откуда там столько зомби за... Так, они сюда. Они сюда точно не пойдут. Откуда там столько зомби взялось? Я же вроде всю вот эту больницу уже расчистил. Все верхние этажи, все нижние этажи. А там столько зомби оказывается в этой столовке. Так, так, все, ладно, ладно. Где Жека, где Жека, где Жека? Нужно отправиться туда. Нет, не-не-не, я уже даже забыл, где он выше, походу. Так, нет, нельзя его тут оставлять, если я знаю то, что два этажа ниже просто целая орда зомби. Там где-то штук 100 просто сейчас вышли на этаж и разгуливают там. Так, я не знаю. Жека еще вряд ли сейчас может подняться, и вряд ли он сейчас может куда-то пойти. Он, конечно, сейчас без сознания, но так как ему досталось, это, в принципе, понятно, то, что он без сознания. Я вряд ли смогу его вынести отсюда. Я даже не знаю, что делать, если честно, сейчас. Но тут точно небезопасно, если два этажа ниже там будет столько зомби разгуливать, я ничего с этим не смогу сделать. Кстати, так, ладно. Мне кажется, варианта у меня нет. Или завалить весь проход, чтобы они просто не могли подняться наверх, но тогда, в принципе, я в следующий раз не смогу подняться. Или же перебить их всех. Как бы глупо это ни звучало. Но у меня 10 патронов на глок, одна граната и все? И все? И 32 патрона на дробовик. Но учитывая то, что там где-то 100 зомби, я вряд ли смогу их перебить с 40 патронами, если не меньше. Так, 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 так. Ладно, ладно. Мне кажется, нужно как-то выбраться. У меня еще, кстати, есть РПГ. Но мне кажется, это не поможет, если я тут пол больницы разнесу, и она просто посыпется вниз вместе со мной, вместе с Жекой. Нет, так точно нет. Ладно, ладно. Наверху, на крыше, есть вертолет, на котором мы с Жекой прибыли сюда. Если я смогу добраться до моего дома... Может, я там что-то оставил, может, там что-то есть полезное у меня дома. Я ж давно там уже не был, я даже уже не помню сколько, неделю, две, если не больше. Может, я действительно там что-то оставил? Я смогу там что-то найти? И перебить каких-то этих зомби. Ну, как я смогу их вообще перебить? С одной дубинкой, с одним топором? Нет, мне реально какой-то пулемет нужно найти. Так, фу, надеюсь, я не забыл, как управлять этим вертолетом военным. Ах, ну, с богом. Ой, ой, ой. Так, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Мой дом в той стороне, я это хорошо помню. Так, так, главное не разбиться. Ай, не-не-не-не-не-не, в другую сторону. Главное не разбиться. Вот моя машина там спереди стоит. Так, потихонечку, потихонечку, потихонечку спускаться, спускаться. Да-да-да-да-да-да. Вот сюда, да-да. Офигеть, я прям мастер. Фу, так, ладно, пускай вертолет будет тут, машина тут. За все это время с моим домом даже ничего не произошло. Это очень хорошо, то, что даже бандюганы не узнали, то, что я тут живу. Фу, так, ладно, 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 что у меня тут есть? Что у меня тут есть? У меня тут есть ракета для танка, вино, топор, алмаз. Твою мать! Я думал, у меня что-то полезное тут дома будет, а у меня тут... Хлоп. А, кстати, в гараже же что-то еще может быть. Я ж помню, тут... Да, я складывал тут что-то. Так, 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 так. Тут только броня и... Но... Твою мать, почему нету никаких пулеметов? Почему... Так, тут тоже ничего нету. Фух. Так, что мне делать? Ладно, в первую очередь я выложу вот это все. Это уже провонялось в этом рюкзаке. Этот запах просто уже невыносим. Не могу даже это терпеть. Фух, ладно. Пускай все будет тут. Мне кажется, то, что у меня сейчас есть в рюкзаке, этого всего хватит. Так. Сейчас. Нужно, пока я разгребаю вот это все шматье, нужно придумать. Нужно придумать. Как мне Жеку спасти, как мне расчистить вот этот весь этаж? Так, зомби 100% сейчас не смогут подняться туда наверх. Потому что они вот там застряли в этой столовке, и они тут даже не выходят. Они не смогут подняться на два этажа, открыть дверь и что-то сделать с Жекой. Поэтому... А если смогут? А если смогут? А кстати! Так, 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 так... Когда я сбегал с того фермерского дома, я нашел машину в тоннеле. И после этого я спрятал ее вроде... Да, ее вроде в этом доме.
И как я помню, я там нашел очень даже охрененное оружие, которое мне просто поможет. Так, набежали тут уже зомби за вот эти все дни. Оружие, которое просто мне поможет перебить вот всех тех зомби, просто всех. Ладно, ладно, ладно. В первую очередь нужно вот этих перебить. Пистолет. И, наверное, нужно использовать вот этот доисторический дробаш. Использовать все патроны, а потом использовать новенький дробаш. Так, перезарядиться, везде перезарядиться. Ну что, паскуды, идите сюда. Идите сюда, твари. На. Так, сюда. Паскуда. Так, ладно, еще раз перезарядиться. Там еще. Сколько же их набежало за вот эту неделю или вторую? Сколько я тут не был? Так. Потихонечку, потихонечку. Мы никуда не торопимся. Хотя как никуда не торопимся? Пока там Жеку не сожрали, мы, конечно, конечно, никуда не торопимся. Так, идите сюда, идите сюда. Никуда мы не торопимся. Иди сюда, зара... Так. А этого зомбаря как убить? Ладно. Ладно, как-то да я его 100% убил. Офигеть, это что еще такое? Офигеть, ладно. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. На. Ай, какой же ты жирный! Так, твою-то мать, я даже не ждал, что он таким жирным будет. На, зараза. Да умирай ты уже, паскуда. Да это просто жопа какая-то. Сюда. Да! Я просто не могу. Я просто не могу. Это просто жопа какая-то. Я таких еще зомбарей не встречал. Так, ладно, ладно, ладно. Другой вариант. Как я, в принципе, ожидал. Офигеть просто. Как я ожидал, этот рубаш мне точно не поможет. Он какой-то слишком доисторический. А вот этот... Этот, в принципе, должен помочь. Перекусить бы еще, чтобы здоровье восстановить. Иди сюда, зараза. Иди сюда сейчас, а ну, что сейчас сделаешь? Иди сюда. Ладно. Так, 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 так. Фух, вот эта машина. Нужно бы ее как-то перетащить бы домой. А то она слишком какая-то крутая. Так, где я вот это все видел? Так, тут никого. Где я видел? Я помню, я вот это видел в гараже. То ли это дом кого-то военного, то ли еще кого-то, я не могу понять. Но я где-то вот тут это все видел. Пожалуйста, пожалуйста, скажи то, что чудо природы, вот то, которое я нашел, оно еще тут. Так. Его до сих пор не забрали. Офигеть просто. Офигеть. Миниган. Что еще надо для счастья? Так, ладно, зомбари, такого вы точно ожидать не будете. Сейчас главное добежать до больницы. Надеюсь, что с Жекой все нормально до сих пор. В принципе, там прошло только несколько часов. Мне кажется, может на машине туда доехать, а то как-то опасно сейчас будет. На вертолете я не очень хочу рисковать, потому что чудом я справился с управлением в прошлый раз. Так, не знаю, справлюсь ли вот этот. Так, давай, 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 миленькая моя, давай. О, сколько же ты без меня там скучала. Так, так, так. Ай, потихонечку, танк не врезаться. Так, сейчас, как я помню, вроде налево нужно, да? Налево. Вот тут я не помню, куда, если сейчас. Тут или прямо, или налево сейчас нужно. Поеду прямо, надеюсь, что я правильно еду. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас вроде, сейчас сразу налево. Да, вот вертолет, вот, 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 вот. Больница, вот, вот, вот. Тут остановить машину, где-то припарковаться, вот тут. Вот. Все, стоять, стоять, все. Ладно. Ладно. Наступила пора. Да твою-то! Да сколько же вас тут набежало? Так, зараза. Фух. Так, ладно.
Нужно будет как-то завалить вот этот проход, потому что они каждую ночь сюда приходят. Каждую ночь. И вот сегодня я еще и на вертолете тут летал. Они вообще сюда соберутся со всех окраин, вот этого города. Нужно завалить вот этот как-то проход, чтобы они сюда даже не заходили. Так, иди сюда. Я знаю. Я вижу тебя, не напугаешь. Так. Ой. Ой. Как-то я слишком очкую. Надеюсь, что ж мой план прокатит. И все будет нормально. Так, вот, 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 вот. Миниган. Первый раз в жизни пользуюсь вот этими миниганами. Вообще пользуюсь вот таким оружием. Ладно. Ну что, зараза? А, ты паскуда!